Ни для кого не секрет, что студенты нашего университета уже не первый год создают гоночные автомобили-болиды, а в дальнейшем ребята-инженеры защищают их как проект и выставляют на всероссийские соревнования. На два разных класса автомобилей. Допустим, в плане эксплуатации данный автомобиль дешевле обходится. Ну, ввиду того, что автомобили работают в тяжелых условиях, это условия гонок. И самый дорогой элемент вообще по электрическому автомобилю – это аккумуляторная батарея. Вот это один из самых часто выходящих из строя элементов. И он будет, ну, по себестоимости его построить будет дороже изначально. Но в дальнейшем есть плюс. Мне нужен бензин. Можно заряжать и кататься. Проект электроболида будет представлен в конце 2019 года на Всероссийском научно-техническом соревновании в Москве, которое является подготовительным этапом Formula Student, финал которого пройдет уже в Европе. Formula Student – это своеобразная команда, которая как бы организуется малое инженерное инновационное предприятие. Студенты должны, согласно регламенту, разработать проект, изготовить болид и представить его на студенческие международные соревнования. В новой образовательной программе был утвержден проект «Электроболид». Над ним работает команда студентов разных направлений ЮРГУ. Перед ними стоит задача самостоятельно спроектировать и изготовить максимально динамичный, экономичный, бесшумный и экологически безопасный электроболид.